There you go. High position, Gere. Лучше не привлекать внимания. Meisonos Afrosinis. Сравниться с нашей прекрасной госпожой, сделавшей так много для Фаюма. Мы должны быть вечно благодарны за ее труд на благо города. Культура для всех! Благодаря неустанным заботам нашей госпожи, Фаюм снова процветает. Амбары ломятся от зерна, на полях раз за разом собирают небывалые урожаи. Шем Эненису, Анетем. Прекрасной госпожой, сделавшей так много для Фаюма. Мы должны вечно благодарны за ее труд на благо города. Культура для всех! В Фаюме безопасно, как никогда. И все благодаря бесконечной щедрости нашей госпожи, которая безустанно трудится на благо нашего замечательного города. Благодаря неустанным заботам нашей на полях раз за разом собирают небывалые урожаи. Беда! О, папа, папа, обиади я, ты мели ме писи, ты Ω Θεοί, ο πιασύχησης διαφωνοκάθετος! Εάν παραμείνουν και τη Θεέ μου, Θεέ μου, τι επάθω, τι πράξω, τι! Ωι!
nos aproximis. Эй! Тебе кон... Эй, что ты? Что? Тебе... Да и что? А вот и ты! Нет, не уберег. Эй! На куски порву. Вот тупица, что ты делаешь? Что? Я убью тебя! А вот и ты! Вижу! Oh!
Надеяться, ведь их давно подкупил Намарх, который отбирает еду у наших с вами. Эй! Что ты? Что? Зараза! Влеките противника! Я прорвусь! Воу! Ah!
Эй, ты что, пьян? Кааш! Оренете! Чесо! Маханехе! Плечам к плечу. Отвлеките противника. Эй, ты! Стой! Эй, стоять!
Слышала, что на рынке появились вещи из храма Сивы? Из храма? С ума сошел? Эти вещи украли у богов. Стой. Настоящие? Думаешь, почему они столько стоят? Я бы что угодно отдал за Анхамона. Заходи! У нас есть много всяких редких сокровищ. Тебе не нужно? Выдаешь за подлинник, но это подделка. И очень дурная. Это не подделка, все честно. Тебе не нужно? Твоя лавка? Да, моя! Редчайшие сокровища далекой Сивы! Не подделка, не подделка! А есть что-то настоящее. Спорю, у тебя есть вещи лучше. Я не понимаю. Все взаправду. А дорогие товары в моем лагере. Можем сходить. Это совсем близко. Иди за мной. Этот знак Меджая не очень хороший. У нас есть получше. Тебе не нужно? Вот это пойдет. Другие сокровища тоже? Тоже подделки? Говорю же, не подделка. Как ты узнал? Мои товары не совсем настоящие, но не подделка. А настоящие сокровища есть у мамы. Эй, открою секрет. Раньше я был меджаем в Сиве. Я повидал сокровищ. Ну, нечестно. Я все это сделала сама. Больше никто не понял. Ладно, это хорошие подделки. Я не выдам тебя. Говорю же, не подделки. А ты взаправду Меджай? Может, ты подделка? Эй, а ты хитрюга. Посмотрим, что есть у твоей мамы. Мы пойдем вдоль канала. Веди, а я притворюсь. Да ну, это ерунда какая-то. Ой, мама! О, нет! Что нам делать? Что-то случилось! Не бойся. Тебе везет. Есть отличный меч! Тебе не нужно? Что ты за демон? Бери все, что угодно. Только учти, денег у меня нет. Но зато есть много редких сокровищ из Сивы. Мама, он не разбойник, он мой друг. Спасибо тебе. Ты и правда настоящий. Прости, что назвала подделкой. Так это был он? Надо отблагодарить его. Мы всегда платим добром за добро. Есть кое-что. Вот. Настоящая копия сиванского хапеша. Он очень редкий. Таких уже не делают. Прошу, прими в знак благодарности. Мама, он уже все знает. Спасибо, я польщен.
Да, я вижу. Он настоящий. Подобных ему нет. Долгих лет счастья тебе. Thank you.
сжигать тела. Это кощунство. Кто это сделал? Эй, не сжигай тела! Боги покарают! Души мертвых будут прокляты! Мне очень жаль, но это надо сделать. Сами боги наслали на нас эту болезнь. Сожжем мертвых, спасем живых. Что за болезнь? Может, чума? Друг, я не знаю. Старики слегли первыми. Родители видели, как их любимые отпрыски умирают в муках, но сами лежали без сил. Слишком жестоко. Даже для гневящихся богов. Никому до нас нет дела. Помоги нам, чем сможешь. В Файюме на бедняков всем плевать. Дети мои, я знаю, вы голодны. Владыка Сябек накормит вас. Еще один христианин, чья семья потеряет свой надел. Раньше они ели на кухне. Я не вижу на теле чумных отметин. Но солдаты стали их гонять. Так повелели греческие торговцы. Миски грязные. Что ели крестьяне? Где-то должен быть амбар. Надо его поискать. В этих горшках приправы. О, какое гнилье! Воняет страшно. Есть это нельзя ни в коем случае. Этим варевом нельзя кормить даже крыс. В нем сплошная гниль и специи, чтобы отбить вкус. Надо поговорить с поваром. Сябек заботится о вас. Эта трапеза скромна, но дарит жизнь. Вкушайте пищу и благодарите острозубого бога. Владыка Волт заберет наши души. Что это за похлебка? Где ты ее берешь? Ее готовит один купец. Мы бедняки. Нос не воротим. Еда ведь. Хочешь попробовать? Боги, нет. Не знаю, как вас не тошнит. Мне бы поговорить с торговцем. Где его найти? Его дом расположен к югу от рынка. Я покажу. Хорошо, пошли к торговцу. Веди меня. Да наградит тебя Сябек. Я видел много богатых земель, где люди жили счастливо. Отчего здесь столько бедных? А, да. Там живут греки. Они платят меньше и процветают. А египетским крестьянам приходится покидать эти земли. Если хозяин уедет, что будет с землей? После смерти хозяина земля снова свободна. Хорошую забирают греки, плохую забирает пустыня. В любом случае, египтяне голодают. Уходят в бедные кварталы. Это дом торговца, который нас кормит. Кошки здесь кажутся толще нищих на улице. Владелец явно важный человек. Похоже, не все египтяне равны. Некоторые равнее других. О!
О! Какой ужас! Вот почему люди болеют. Кто это сделал? Пора нам встретиться с этим торговцем. Пусть попробует свою стряпню. Кто ты такой? Это мой дом. Заблудился? Выясняю, почему ты травишь бедняков. Полагаю, тебе нужны их земли, а мертвые молчат. Ты говоришь о болезни в трущобах? Что бы ты ни слышал, уверяю тебя, это злые сплетни. Я просто стараюсь помочь. Я был на твоей кухне, и я все знаю. Ты ответишь за то, что сделал. О, вот как. Это все меняет. Ты вторгся в мой дом. У меня есть право его защищать. Эй! Будь ты посговорчивей. До этого бы не дошло. Мы могли бы договориться. Он продавал смерть нищим в обмен на их земли. Алчность стала его болезнью. Скучать никто не будет. Все хорошо. Больше не надо жечь тела. Сюда меня не пустят.
هرهرو؟ Уйди! Ну! Да что с тобой? С дороги! Эй! Беда! Не ранен! Слушных детишек наказывают. Пора пустить кровь. Никто не пройдет. Но! Эй, кто? Но! Меджай! Пустить кровь! Рей! Мечей! Рано вертел, свинья! Ух!
Они возникли передо мной. С дороги! Ну! Занять позиции. Тебе здесь не рады. Сейчас! Вот ты где! А вот и ты! Я
убью тебя! Наконец-то я здесь, в Фаюме. Надо выследить людей крокодила. Все больше египетской земли, и теперь в Фаюме собирают... Сет Бинет! Я сет Херкефтю! Position, Gerech. Bede? Chnum es nie odjedyanch? Thank you.
Хм.